Коллектив Народного театра «Улыбка» Ненецкого аграрно-экономического техникума готовит постановку пьесы «Бомарше. Безумный день» или «Женитьба Фигаро». К премьере реквизит труппы пополнился новыми сценическими костюмами и декорациями, приобрели которые при поддержке компании «Лукойл». Наталья Кислякова продолжит. Ярослав Кокурин уже второй год играет в труппе театра «Улыбка». Это не первая главная роль студента. Чуть раньше юноша играл администратора гостиницы в спектакле «Ментранпаж». Ярослав признается, чтобы лучше вжиться в роль, необходимо точно передать обстановку того времени, которое задумано. А костюмы являются неотъемлемой частью постановок. Они великолепны. Если мы на прошлых спектаклях переодевались в те костюмы, которые мы сами, так скажем, добыли, то сейчас нам выделили деньги и пошили прекрасные костюмы, которые позволяют вжиться в роль и прочувствовать те времена. Для Павла Жукова это первая роль на большой сцене. Юноша еще учится на первом курсе и в труппу пришел не так давно. Впрочем, Павел легко вжился в свою роль. Сейчас намного легче. Благодаря этим костюмам, благодаря мебели мы можем почувствовать себя в той эпохе, в то время. И это довольно нам помогает во время игры в театре. Народный театр «Улыбка» образован в 1993 году на базе техникума. В течение учебного года в труппе занято от 20 до 25 студентов в возрасте от 16 до 24 лет. Театр включает в свой репертуар классические произведения отечественных и зарубежных авторов, а также молодых начинающих драматургов. Коллектив принимает участие в городских, окружных, международных смотрах и фестивалях самодеятельных театральных коллективов. Наши студенты имеют возможность приобщиться к этому самому элитарному искусству и не просто, допустим, посмотреть, быть зрителями, но еще и в роли артистов себя попробовать. А это очень много дает молодому человеку. Это развивает кругозор, это расширяет лексикон, это, значит, дает возможность попробовать себя в какой-то совершенно другой деятельности. И они, значит, лучше начинают говорить, а они себя могут держать перед аудиторией, выступать свободно. И мы это видим. Костюмы для спектаклей коллектив иногда шил сам или же обращался за помощью к коллегам из учреждений культуры. Сейчас ситуация изменилась. В рамках реализации соглашения о сотрудничестве с администрацией округа компания «Лукойл» перечислила средства, на которые закупили мебель, а также пошив костюмов. Сейчас, благодаря спонсорской помощи ПАО «Лукойл», наш коллектив обогатился замечательными костюмами, которые позволяют ребятам лучше передать образ, войти в этот образ. Они отражают эпоху, а костюмы, в общем-то, 18 века, 17-го, нам было бы очень сложно изготовить такие костюмы. Видите, они очень качественные, мы очень довольны вообще вот этим приобретением. Но это не только костюмы, это еще и мебель замечательно, потому что это была очень большая проблема. Премьера показа пьесы «Бомарше. Безумный день» или «Женитьба Фигаро» состоится 23 ноября в 18:00. Всех желающих ждут в актовом зале Ненецкого аграрно-экономического техникума. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».